Здорово. Итак, знакомая многим ситуация. Вы забыли отключить усилитель, музыку, габариты. Короче говоря, высадили аккумулятор в ноль. У меня для этих целей завелся вольтметр отдельный. Он показывает 1,6, чего, конечно же, очень мало. И при попытке завести машину... И слышим вот что. Короче, стартер не крутит. Выях. После проворота мы уже просели в 11,4. Что же нам нужно делать для того, чтобы аккумулятор завелся, и что нам делать для того, чтобы он начал работать? Первое, что нам нужно, это напряжение аккумулятора, а лучше немножечко выше, для того, чтобы из более высокой стороны это перетекало в более низкую и, собственно, потом уравнялось, ну, либо подтянулось до. Итак, у меня есть аккумулятор, литий-ионная сборка, это 4S-аккумулятор, то есть его номинальное напряжение где-то, ну, порядка 16. Но это у меня от квадрокоптера, у вас может быть просто 4 литий-ионных аккумулятора а-ля 18650. Вот так выглядит панелька на 4-18650. Можете использовать литий-полимерные сборки, вообще не возбраняется. Вот, у меня вот есть, допустим, полимерная сборка, также 4S. Затем у меня есть переходничок, чтобы зацепиться, сейчас я его сделаю. И немножечко вот такие вот тонюсёхонькие, кошмарно, крокодильчики. Это крокодильчики нам нужны для того, чтобы присоединиться к аккумулятору. Итак, что нам нужно сделать? Мы берем аккумулятор наш автомобильный и подкидываем к нему вот этот вот самый аккумулятор, чье напряжение выше, чем у аккумулятора нашего. У нашего сейчас аккумулятора 11. Подключаем его на... Забыл добавить очень важную вещь, и надеюсь, она точно убережет вас от всяких проблем. Для того, чтобы подключить этот аккумулятор к другому аккумулятору, да, то есть литий-ионный к нашему, обязательно нужно соблюдать полярность. То есть плюс аккумулятора переносного на плюс аккумулятора машинного и также минус на минус. Если у вас будет плюс на минус, вы получите великолепное короткое замыкание с очень быстрым взрывом переносного аккумулятора у вас в руках. Поэтому красный на красный, черный на черный, то есть плюс на плюс, минус на минус. Ни в коем случае не перепутайте, потому что вы получите ожоги, взрыв и можете лишиться своего здоровья. Еще раз, плюс на плюс, минус на минус. Включаем его на клеммы и, собственно, ждем, пока напряжение поднимется выше 12 вольт, чего хватит. Ну, не факт, что хватит. И именно для этого есть еще у меня полимерный аккумулятор. Дело в том, что на литий-ионе заводить бесполезно. Во-первых, давайте поговорим немножко о теории. Завести вот на таком аккумуляторе можно попробовать, но он сразу же умрет. И может даже взорвется, потому что литий-ион не любит высоких токов, особенно если они каким-нибудь контроллером не отслеживаются. Литий-полимерные аккумуляторы, например, могут спокойно выдать и до 200 ампер. Собственно, как раз-таки вот примерно такие токи находятся у нас на стартере. Но для того, чтобы вся нагрузка приходилась на наш обычный аккумулятор, да, машины, его нужно подзарядить, поднять, для того, чтобы основная нагрузка токовая пала на аккумулятор, а уже потом токовая поддержка была отсюда. Короче, сейчас я вам покажу, как я это сделаю. Итак, вот она, банальная бесхитростная система. Вот он наш литий-ионный аккумулятор, подключается на разъемы, вот они разъемы, обычная перемычка, и вот они два малюсеньких крокодильчика. Сейчас покажу, как это на аккуме. Вполне уместная фраза «какое нахер кофе утром?». Вот наш аккумулятор, вот наша полярность, вот он черным подписан маркером черный, то есть минус, вот красным подписан плюс. И вот у нас на аккумуляторе 17 вольт. Вот у нас подключен наш аккумулятор. Вот этот вот аккумулятор, вот к этому аккумулятору, вот наш минус, вот наш плюс. И мы видим напряжение где-то 13,4. Собственно, ждем, пока напряжение поднимется. Где-то минут, наверное, на 10 нам придется остановиться и подождать, вот, пока заряд перельется. Почему тонкие провода? Давайте объясню. Для того, чтобы ограничить ток, потому что протекаемый ток будет достаточно высоким, и это может просто убить аккумулятор. А нам это зачем? А нам это не надо. Поэтому мы спокойненько ждем. И вот где-то минут через 10 я вам непременно покажу. Аккумулятор активно, кстати, нагрелся. Аккумулятор у нас, батарейка приходит к общему знаменателю. На аккумуляторе уже где-то 13,8-13,7. Продолжает
начинает падать. Это логично, то есть зарядик перетекает до тех пор, пока перетекать не сможет. А я напомню, что у нас на аккумуляторе было примерно 11,5 до того, как я подключил этот самый литий-ионный аккумулятор. Давайте быстренько отключим сейчас литий-ионный аккумулятор. Я просто к тому, что 10 минут уже прошло. И давай посмотрим, какое сейчас напряжение есть на аккумуляторе в машинке. И попробуем, кстати, провернуть стартер. Так, смотрим. У нас там было 11,5. У нас 12,2. 12,2 это очень мало, но в целом достаточно, чтобы завести машину. Сейчас в наших интересах максимально быстро вставить ключ и максимально быстро завести машину. Вот он наш ключ. Мы проверяем, габариты у нас отключены. Печка у нас отключена. Все у нас отключено. Вставляем ключ, проворачиваем, заводим. Как вам такое, господа? Проверяем. Зарядочка пошла. Аккумулятор мы немножечко просадили. Вообще не страшно, он чуть-чуть перегрелся. Абсолютно то же самое вы можете провернуть с абсолютно любым литий-ионным аккумулятором, который у вас есть в наличии. Полчасика ждем. Аккумулятор заряжается до нужного нам. Идем спокойно заниматься тем, что мы любим. Если для вас это видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, там же оставьте несколько комментариев, поделитесь этим видео со своими друзьями, близкими, знакомыми и любыми другими автолюбителями, кому это может помочь. Добавлю еще раз, вы можете купить обычную планку на 4 батарейки 18650, покупаете 4 18650, и спокойненько, вот таким образом, буквально за 10 минут вы поднимаете аккумулятор до того, чтобы ему хватило сил провернуть ваш мотор. Это реально очень просто. При том, что, кстати, вы в целом можете это же сделать и с пальчиковыми, и вообще с любыми другими батарейками, включая там какие-нибудь, не знаю, кроны, которые могут обеспечить хотя бы 16 вольт. И спокойненько, без всяких проблем, можете таким же образом зарядить. Все сработало как надо. Счастья вам, ребята! И успехов. И берите с собой в дорогу подобные штуковины, они вам точно пригодятся.